Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас очередная вторая сторона доната на китайке. Подкупаем по чуть-чуть девятые рунки для прокачки талантов. Жду камней, чтобы прокачать смотрителей на втором твинке на английском сервере. Там уже все на максималке. Здесь еще много надо чего качать. Ну, в принципе, особо спешить некуда. Скоро обнова, и думаю, будут под новый год. По-любому какие-то топовые плюшечки. И мы обязательно это все скупим. Так, вот такие вот у нас сегодня награды. Забрал восьмые огненки. Будем тестировать на героях с живой отражалки. Плюс огненка дает понижение входящего урона. Прокачал некоторым героям огненку, тоже очень понравились. Ну, плюс камешки, плюс за два пака больших здесь можно получить огнекрыло, скин. Ну, кучу плюшек, как видите. Сейчас мы пойдем все пооткрываем. 15 ремок пятых. Ну, сейчас ремки продаются уже и так. За нами герои вот такие вот здесь плюшки дают. Тоже довольно-таки неплохие. Так, ну такой вот рынок у нас. Замедление я тоже забрал, у меня уже их 6. Надо будет потестить обратный, то есть на архидемоне замедление и раскол рунами, а замедлением и руны, талантом раскол. Так, поехали, собираем плюшечки, посмотрим, что у нас сегодня интересного есть на китайке, на рынке. Тут, как всегда, что-то интересное. Сейчас посмотрим. Так, что у нас тут? Так, 35 попыток у нас. Огника опять продают. Нифига себе, и накраса. Ну, давайте попробуем вытащить. Может, в этот раз повезет. Поехали. Посмотрим, повезет, не повезет. Ну, конечно, с трех попыток вытащить их. Это нереально, я вам сразу говорю. Хотя все может быть на китайке, это в принципе не проблема. Здесь плюшки. Здесь дают возможность даже без донату нормально собрать. Бум. Мешочек огнекрыла. Вот так вот. Неплохо, неплохо. Но смотрите, как третьи сундучки падают. Это радует. Это очень даже радует. Так. Бум. И сейчас открываем. Тык. Первый. Всего лишь первый сундук, блин. Жесть. Смешно, смешно, конечно. Так, ну чё, дадите огника или нет? Фу, ничего себе, льдышку дали. Размечтались мы. Так, окей. Поехали, посмотрим, что нам с 30 пипыток дало. Так, 4 коробочки. Ну, такое себе. Ну, конечно, относительно русского, я вам скажу, очень-очень даже ничего. Так, хорошо. С этим разобрались, забираем карты. Так, здесь у нас ничего нету. Смотрим, так, смотрим, побежали по акциям, пройдемся. Посмотрим, что тут в акциях сегодня у нас интересного есть. Так, это на смену, скорее всего. Так, еще это, по-моему, на трату. 6 попыток дается, и можно тратить, по-моему, 35к. А, нет. Это просто на бинго. На открытие. Да, мне бы сюда на рынок бы завезли Ронина, было бы неплохо. Отлично. Не
Не знаю, что там нам за плюшки пришли. Потом посмотрим. Поехали дальше. Что у нас тут интересного? О, 25. Тут у нас, по-моему, осколки дают. Если не ошибаюсь. Сейчас посмотрим, что мы сможем опять собрать интересного. Может, какого-то героя. Здесь и Вольта дают, по-моему, Огника осколки тоже дают. Арктику-то больше всего здесь дают. Так, ну, это вообще только одни осколки падают. Но на русском такого однозначно нет. Здесь намного круче. В этом плане вы можете дособирать хоть. Так, смотрим, что там первые четыре награды фигня. Да, вот то, что я говорил. Было бы это в штуках, конечно, это было бы прикольно столько их получить, но, как видите, даже так вот добить Арктику мы собрали, Вольта вчера мы, по-моему, я тоже играл. Неплохо, неплохо, я скажу, добить можно Анубиса, Фрейю дают, вполне, вполне неплохо. Так, окей, поехали дальше. Так, это, по-моему, это акция за покупку. Да, это она же. Так, что у нас тут есть? Еще тут есть акция какая-то. У, 50. Ну, поехали, посмотрим. Так, тут тоже, по идее, дают неплохо. Непонятно, конечно, что, но сейчас посмотрим. Получается и яйца, и... Ой, какой у нас сегодня? У нас сегодня уже четверг, сегодня битва гильдии, надо будет багажку еще пройти. Это я увлекся. Так. Двадцать пять. Падает, конечно, как видите, дофига всего. Сейчас посмотрим, пооткрываем уже все вместе. Ну, думаю, что-то какого-то героя по-любому мы должны были словить. С 50 попыток. Ну, тоже осколки дают, что очень хорошо. Плюс дают разные итемы. Так, 8 попыток. Так, наконец-то. Так, еще тут у нас акция, по-моему, за... Вот, если я не ошибаюсь, нет, это за смену еще одна, и это ежедневная. Смотрим, что у нас тут будет. 13-й день.
Так, отлично. Поехали, открываем все. Ну, как видите, это все в основном расходники. Сейчас посмотрим, что нам там упало в сундучок. Точнее, в почту. А, питомцы. Ну, так вот, еще вольт. Еще относительно, я вам скажу, даже очень-очень неплохо, если сравнивать с русским сервером. Так, что там у нас? Битва гильдий. Уже двое прошли. Красавчики. Просто красавчики. Так, ну интересные гильдии. Посмотрим, что тут 386 по топу, 395. Короче, сколько так, как? А вот есть 487. Отлично. Так, окей. С этим мы разобрались, поехали дальше, поехали, посмотрим на плюшки. Что там у нас, 101 сундучок первый, let's go, посмотрим какой шанс. Так, книжечка, коробка. Две коробки, одна коробка, коробочка. Ну, коробки так падают вроде неплохо. Ну и расходники, как видите, рунки. Стабильность 10 падает, но не так уж и много. Так, хорошо. Вторые. Во-вторых, у нас кристаллы. Я не знаю, даст открыть, скорее всего, не даст. Не дала нам открыть. Потому что у нас перелимит. Так, окей, 10. Еще раз колы добавили. Надо будет как-то их сковать все. Так, тут у нас третья. Плюс 300, отлично. Это то, что надо. Что у нас тут? Ой, как неплохо дало осколков и выживание дало. Ну, мне, в принципе, эти осколки уже тут не нужны. Так. Ну, вроде все. Вот так вот, ребят, такая вот вторая сторона доната сегодня была, не знаю, скучно, не скучно, показал вам, что продается, как видите, огнекрыл все дешевеет, дешевеет, и будет, думаю, под Новый год еще дешевле, есть несколько задумок, ждите видосы интересные, это через пару дней, с вами потрешуем, все, всем удачи, всем пока.